В Тверской области проходит летняя кампания трудоустройства подростков. Ребята могут попробовать себя в разных сферах. Таким образом, можно получить первый опыт работы на предприятии, а кроме того, заиметь собственные средства на карманные расходы. И не только. Арине 14 лет. Впервые этим летом школьница решила провести каникулы с пользой. Пришла в Тверской областной кадровый центр «Работа России», чтобы найти работу. На самом деле хочу попробовать очень много вариантов, чтобы понять, где мне комфортнее. В этом году в рамках государственной программы содействия занятости населения Тверской области планируется трудоустроить около 16 тысяч подростков. Для 14-летних ребят 4 часа – это их норма рабочего времени. 15-летних – это 5 часов. И 16- и 17-летние – 7 часов, за которые они должны получить не менее МРОТ. МРОТ на сегодняшний момент 19-242. Есть работодатели, которые устанавливают сдельную работу. То есть ребята могут, в зависимости от той выработки, которые не делают, могут получить и больше. Подростки трудятся на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики, ЖКХ, информации и связи, а также в сферах строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства, образования, здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта. В данный момент по числу трудоустроенных лидируют школы. Благоустройством образовательных организаций занято более 5000 человек. Лиза первый летний месяц трудилась в своей школе. В июле пришла попробовать свои силы в другой сфере. Это ее первый рабочий день в крупной тверской компании. Это чувство, когда ты сам оплатил те свои хотелки, на которые ты так долго копил, откладывал, а тут раз и купил. Я конным спортом занимаюсь, поэтому я специальное оборудование покупала для своей же безопасности. Шлем. Олег работает уже 4 лето. Работает доволен, именно поэтому приходит уже в 4-й раз в одну и ту же фирму. Рассуждает по-взрослому. Мужчина должен зарабатывать сам. На выходных можно отдохнуть, так полезно работать. Сейчас я на права себе коплю, чтобы сделать их, и маме надо помочь. А до этого там для себя покупал, там, для компьютера. В целях увеличения численности подростков, получающих первый трудовой опыт, стимулирования работодателей и формирования кадрового резерва для ускоренного социально-экономического развития региона по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени, с 2020 года в Тверской области работодателям, трудоустраивающим подростков, предоставляются региональные меры поддержки. Это очень замечательная программа, которая дает возможность и детям попробовать себя в профессии, потом после школы определиться с вузами, куда они поступают. Уже это будет осознанный выбор. Нам, как компания, это тоже очень интересно, потому что мы трудоустраиваем ребят в разные наши подразделения. Это и логистика, это и, безусловно, персонал, бухгалтерия. И они нам помогают в каких-то таких точечных задачах на всем протяжении лета, и нас это тоже выручает. Знакомство с производством на этапе учебы в школе или СУЗе – важный этап для профориентации молодежи, считает губернатор Игорь Рудени. В Тверской области созданы условия для летней трудовой занятости школьников по поручению главы региона. Рабочие места есть в организациях бюджетной и внебюджетной сферы. Очень хороший проект, и считаю, что он даст нам возможность сформировать дополнительные трудовые ресурсы, дополнительный трудовой потенциал нашей Тверской области. Теперь дело, конечно, за нами, за работодателями, чтобы замотивировать детей уже более точно определиться, кем они хотели бы стать, чтобы дальше они получили соответствующее профессиональное образование и уже продолжили свою работу в качестве профессионалов, в качестве специалистов на предприятиях Тверского региона. Реализация программы по трудоустройству подростков будет продолжаться все лето. Обязательным условием приема на работу является регистрация на госуслугах и интерактивном портале службы занятости населения Тверской области «Работа России».